Я не понимаю. Помогите нам. Остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Mga sibilyan sa loob ng Azovstal, hindi pa rin nakakaligas. Kahapon ng Lunes, April 25, 2022, sa ganap na alas 2 ng hapon, oras sa Moscow, ay inihayag ng Russia Ministry of Defense na handa silang palikasin ang mga sibilyan na nananatili sa ilalim ng planta ng Azovstal. Ayon sa ministro, ay nagsagawa sila ng tigil putukan upang makalikas sa mga sibilyan na naipit sa bakbakan. At ang hiling lamang nila ay isang puting watawat sa bawat grupo ng sibilyan na lalabas sa planta at patuloy din umano ang kanilang komunikasyon sa mga Ukrainian troops sa ilalim ng planta gamit ang mga radio channel sa loob sa kada 30 minuto. Subalit hanggang ngayon ang mga sibilyan ay nananatili sa mga tunnels sa ilalim ng planta at humihingi ng tulong na sila ay makalikas na at magisnan pang muli ang araw. Subalit ayon sa Kiev, ay walang nabuong kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine para sa pagpapalikas ng mga sibilyan. Лица всех мариупольцев, обращаюсь ко всему миру, помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает, мой город разрушенный полностью. Нет ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Сейчас, когда Мариуполь захвачен, и весь развален российскими оккупантами, можно сказать, то у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим. У нас дети полтора месяца уже не видели солнечного света. Ни дети не выходят, никто не выходит. У нас воды осталось, ну, максимум на неделю, еды тоже. Если бы не украинские войны, в принципе, мы бы уже вообще не знали, что ели бы и что пили бы. Тут вы слушаете вещи, да?